Здравствуйте! Что делать, если нужна квартира за границей? Мир меняется и устанавливаются новые законы и правила. Итак, вы четко осознали, что вам жизненно необходима зарубежная недвижимость. Что же делать? Ваши действия. Все очень просто. Главное, нужна ваша решимость и телефонный звонок, любой мессенджер. Далее мы с вами выбираем квартиру, любой район, любые планировки, бронируем, фиксируем цену, которая для вас больше не меняется, и заключаем двухсторонний договор на турецком и русском языках. В договоре прописаны все условия и ваши гарантии. И самое главное, юридический адрес строительной компании, а также налоговый номер и регистрационный номер в торговой палате. Данный документ имеет юридическую силу на территории Турции. Следующее. Условия оплаты. Первоначальный взнос 50%, а остальное беспроцентная рассрочка до окончания строительства. По секрету скажу, что мы можем обсудить индивидуальные условия. Как же осуществляется оплата в нынешней ситуации? И вот тут-то как раз выигрывает тот гражданин, который приобретает квартиру напрямую строительной компании. Дело все в том, что на сегодня нет ограничений по переводу валюты за оплату товаров и услуг, в том числе за недвижимость. То есть вы спокойно можете оплатить. Но главное здесь приложить тот самый правильно оформленный договор. Русская служба застройщика поможет вам решить все эти вопросы. Ну а я с удовольствием буду сопровождать вас на всех условиях сделки. От выбора недвижимости и заключения договора до получения вами свидетельства на собственность, то есть СТОПУ и послепродажный сервис. Главное, просто позвоните, обращайтесь напрямую к застройщику. А с вами была Наталья Эльмаскара, Илькем Япы и Нэк Мерсин Инвест Групп. Телефон указан в описании.